Игнатий Иванович, ой, он ждет вас. Сейчас, ай, момент, мне никак нельзя отступиться здесь. Нет, все. Сейчас, я прям сей момент, сейчас освобождает, буквально минута осталась. Все, последнее и закрепить. Слушаю. День добрый. Спасибо, Христос. Заехал, да? Игнатий, это вот вам орешки кедровые. От кого? От нас. От вас. От меня. Ну, спасибо, Христос. И вот к Рождеству... Здесь, может, гости, кто еще... зайдут, обожди. Сладости, никакие, чаю. У нас не принимается сейчас сладости, это оставишь. Совершенно. Сейчас сядешь на стул со мной рядышком. Он не ест. Вот, садись рядом. Нет, Николай. Но это не вам, ну вот, кто зайдет, угостите кого. Да нет, у нас не угощаю. Это ребятишкам, так и яблоки какие-то. Все, понял. Возьмешь, садись. Сразу похожу, чем я сейчас занимаюсь в данный момент. Сегодня утром мы небольшое сделали. В это воскресенье сделали запись богослужения, как у нас идет собрание. Угу. Не видел? Это все, все это выставили мы на Mail.ru. Угу. А сегодня, вот сейчас, в данный момент, я его выставил. История нашей общей. Вот теперь это с первой строки. Это на форум ты заходишь? Да. Вот теперь смотри, по форуму я его выставил. Что именно? Вот в данный момент. Как раз успел. Смотри. Ну, это фотографии. Фотографии, все, шли фотографии, фотографии. А тут решил выставить ролики. Вот оно где. Смотри, как получается. Номер один, храм, 25-го, воскресенье был. Отец Аким читает Златоуста. Ну, только, ну, тебе пойдет. Второе, как к кресту подходят просфоры. Третье, начало собрания, как раз Севастьян стоит, это луч от лампочки так пробил. Вот. Отчет, как здесь. Это уже в собрании идет разговор о чем. Тут один человек обратился, нынче крещение принял он. Когда-то были у меня бобины, катушки, и попала катушка. Он ее слушал и прилепился сердцем. А потом попала книга. И он открытым оком. Вот с этой книги стал думать, а вот эта книга полностью подходит, как и пленка. Вот людей-то этих как бы. Я в книге-то там адрес. И он по телефону позвонил. А там они слушали священник другой и желали слышать. Ну а кто они не знают, живой тот человек, умер ли, на пленке там данных нету. А здесь данные. Он только по телефону-то позвонил Тимиртау. Он голос сразу понял, тот, который на той пленке, там 15 лет назад была, которая у него-то. Ну и заговорили. И да, вот он сейчас рассказывает, как у него здесь это было. Вот чуточку дам послушать. Это у нас здесь в собрании. Это Михаила. Посмотри на него. Вот. Фамилия его Кальмаев, из города Тимиртау. В нескольких словах скажи, как ты на нас вышел? Послушай. Я... Погромче. Несколько лет назад мне попались диски, старые магнитофоны еще были, катушечные. «Маяк» назывался. И там были, ну как, катехизис такой короткий. О иконах, о священстве. В общем, такое вот разъяснение такое. А кто автор, я не знал, конечно. Но я его переделал на то, чтобы на компьютер сбросил сейчас. Оцифровал. Да. Ну, в общем, это... А кто такой, мне непонятно было. Ну и там кто? Мы гадали. Может быть, Дудко там, может быть, еще какой-нибудь поколение. Ну, неизвестно. А попали мне три книги открытым оком. Как Бог делает совещание. Ну, дали мне их, они уже походили там по людям, там это, пометки на них были сделаны такие, в общем, это, где-то вопросы стоят, восклицательные знаки там и так далее. Ну, в общем, они ходили. На столе книги были. Я их взял, мне сказали, ну, посмотри, что за книги. А это глухонемым объясняет? Ну, года два я читал. Потихоньку так, вникал. Смысл. Потом подумал, надо позвонить этому человеку. Там телефон стоит. Кто это такой все-таки? Познакомиться с ним. Звоню. Слушай, как дальше будет. Разговор короткий. Ну, слышу в трубке. Говори. Ну, я это сразу-то это думаю. Ну, как у меня там мысли сбились, в общем-то. Я не ожидал. Я как, знаете, привык это вот. Мы когда ездим там. Размазан, это, раньше я тоже по монастырям ездил там. И монахом там собирался стать, так далее, и так далее. Ну, в общем, такая вот традиция, что приедешь там, какой-то там разговор такого нету, о Евангелии там, там этого нету. О чудесах, о чем-то еще такого, ну, разговор-то идет. О мощах. Ну и, а тут сразу резко так, говори. Я хотел вам приехать. Я хочу сказать, вот слово «говори», это не просто говорить. Это означает, все понятно, я готов слушать. Одно слово, в
включена под запись. Это в тюрьме всегда так кричат. Такого ищет. Наконец голос раздался. Говори. Все понятно. Ни одной секунды не теряй. Сейчас засекут тебя там, прикроют тебя, свяжут тебя, в карцер поставят. И я усвоил, что вот это меньше никак нельзя. То есть я должен дать знать, что я живой, я слушаю. Говори. Я включил с той стороны тот магнитофон на полную мощность. Теперь я только уши должен подставлять. И у меня так это сохранилось, и кто бы ни звонил, я поднимаю трубку, вот обычно говорят, слушаю, алло, я понимаю, это трата времени. Вот когда встречаются люди, раньше было на коммутатор, такому-то надо включить, и так, здравствуйте, работает коммутатор, здравствуйте, такое, и посчитали, что за день она теряет да, минут 20, этого не надо. Вот когда новая грамматика была при начале советской власти, Ленин твердый знак в конце, допустим, Марк, и обязательно в конце был твердый знак, а Игнатий там не надо. И убрали же твердый знак-то, ну нету, дом. Картофель мягкий знак, а дом твердый знак. Зачем он твердый дом-то? И так понятно. И вот это лишнее убрали. И оказалось, что на книге на 100 страниц сохраняется чуть ли не 3 страницы. А представь, сколько это, если ну, в масштабах страны это. Ну, правильно. Говорят, вот Ленин, правильно это было. Может быть, это не ленинская инициатива была. Так точно здесь. Он сразу обратил внимание, что здесь болтать с тобой не будут. Нужно срочно выкладывать. Я тебе даю только 2 минуты. Это мозги спекает. Между двумя поставили яйцо, и оно ровно через час полностью крутое свернулось. Это у меня опыт и показывает, как делается. И вот здесь он рассказывает. А зачем ты ко мне приедешь? Он говорит, приеду. Я говорю, ну, познакомиться там, это все. Ну, а что ты приедешь-то? Ты книги читай, вот это, и все, из тебя достаточно. Я-то это... Потом слышу, Игнатий Тихонович говорит, вот мы проехали тут несколько сел, подарили столько-то книг там, он все быстро говорит. Казахстане, что? Да. В общем, я слушаю это. Вот у меня, говорит, книг тут много. Я на книгах, говорит, сижу. И, в общем, это, я так понял, ну, что нечего ко мне ездить, пока ты это книги. Это, вот читай, у тебя книги есть, читай, все, знакомься с ними. Ну, я, конечно, для меня неожиданный был такой оборот, что это вот так вот со мной поговорили. Что не вербует, не тянут. Обычно скажут, что приезжай там, это, там, то есть, в общем... Поговорим там. Кого я не знаю, там старообрядцы, баптисты, все тянут к себе сзади. У нас наоборот, чтобы к нам попасть, нужно 3 года. И в газете пишут, попасть, говорит, в общину Лапкину, нисколько не легче, чем в отряд космонавтов. От 3 до 5 лет только оглашения проходят. 500 часов академически курсы проходят. Они 2-3 минуты, как в церкви-то. Он это сразу понял. Вот это как раз оказалось тот самый толчок, который... Ну, в общем, подъявил. Разговор закончился, а мысль осталась. Думаю, ну что мне делать? У меня действительно книг-то много. Надо читать. Ну и все, я это... А тут подвернулось так, Господь сделал так, что у меня работа была, я очень был занят и всем. Я и выходные работал там, и так далее. У меня это... А тут мне дали работу такую, что я 3-3 суток дежурю, 9 суток отдыхаю. Половина стола. И, в общем, я как раз как занялся этими книгами, вошел в интернет, Игнатий Тихонович говорит, в интернет выйди. Компьютер есть? Я говорю, да у меня нет, у меня у детей есть там этот компьютер. А дети, что, они сами по себе, я сам по себе. Это, он правильно решает. Им не будешь там мешать там это, есть там ноутбук. Ну, пришлось купить ноутбук, скачал книги. Понимаешь, мой толчок послужил. Залез там себе на гору, и вот я это читал, эти книги. Ну, как читал? Ну, старался. Память-то у меня тоже не очень хорошая, ну... Пытаешься вникнуть, понять, ну и все, вот это потом это, думаю, ну надо ехать к Игнатию Тихоновичу. Ехать? А он меня не знает, я-то его знаю, я по книгам-то его изучил уже практически, а он меня не знает. Вот. Ну все равно, он-то меня, я ему звоню, он это, чувствую, что он меня-то не знает, ну вы приезжай. Ну я и поехал, взял это, Нину Ивановну там это, приезжала она к вам сюда. Но, и вот мы приехали сюда, и вот таким образом я это, здесь оказался, приехал. Вот здесь он говорил. Это он в это воскресенье был, да? В это воскресенье был, он причастился, а в понедельник он уже уехал, Тимиртау. Он только что вчера уехал, доехал и позвонил. И вот, теперь он расскажет, как у него дело обстояло. А вот когда он говорил вот это вот, а вот видишь, я там стою, слушаю это, я ни одного слова его не слышал. У меня слух сильно ослаблен, физическое, да и так уже, видимо, где-то. Я никакой
не чувствую здесь недостаток. Ну, не слышу, да и не слышу, я думаю, потом послушаю. Но здесь маленький есть нюанс. Вот человек, когда бывает чем-то не согласен или что-то, а я-то не слышу, я свое давлю, дальше продолжаю. У меня цель определенная, донести до него что-то. Обычно человек сразу теряет мысль, на возражение начинает говорить, а я не слышу, что он возражает, что самое смешно-то. Я... Смешно, но в этом весь я же тоже нашел зерно, что мне не надо размениваться на эти шелуху мелочи, то у меня главная задача дать ему информацию. Вот у меня занятие вел только в ГТО, это большой технический университет, это 22 тысячи, это один из крупнейших университетов в Сибири. Я не знаю, сколько там в Томске-то, в университете, сколько там? Ой, я не знаю даже. Ну меньше, одновременно, это я уже точно знаю, что меньше. 21 тысяча, тут только 18 стран присылают своих студенты, которые... Нет, ну, там тоже много из каких стран учатся. Ну да, ну я слышал, он десятку самых крупнейших ходит в стране. Да. Десятку. Вот. И я никогда за 17 лет не спрашивал никакого, какое... Мое дело дать информацию. Проходим толкование, а уже человек этот примет, не примет, экзамен будет, но будет только после смерти там у Бога. Поэтому старайся. Не я экзаменую, меня самого Бог будет экзаменовать. Я не учитель, я всего лишь передаточное звено, что я постарался и поднапрягся, достал книги, теперь я их читаю. Ну и возвышаю голос, мои голосовые связки. Все, я закончил свою миссию. И вот дальше. Посмотреть просто. Я не думал там ни о чем, ни о крещении каком-то, ни о чем это. У меня мысли не было таких. Я еще, ну, подспудно где-то там сзади там была такая мыслишка, что хотелось бы, но не было. А когда приехал, ну, в это, на богослужение прихожу, проповедь, говорят, там, читают, ну, думаю, ну, все как будто для меня. Ага, вот. И смотрю, крещение проходит, люди идут. Ну, понимаете, в чем вопрос-то, суть-то, что, ну, никто, это просто люди делают от сердца все. Не для того, чтобы там это заработать копейку, там, или еще что-то там, или как-то прославиться, что-то там, что-то... Не для этого все это делается, а для того, чтобы... Это Бог так... Это он говорит от сердца все. Благодать Божия, в общем. Он простой такой. И, понимаете, вот я понял, что мне надо вот прямо сейчас креститься здесь. Вот когда крестили, там вот Василий крестился, там, и я вот стоял уже там на берегу. Вот это Василий как раз и есть показывает. Я был готов уже это пойти креститься. И все, для меня не было никаких сомнений, что я приеду снова. Ну и Надя Тихонович спросил, он говорит, приезжай, все. Теперь и я приехал через 2 недели. И мы в августе это... Ну, вот я бы хотел показать. Чем занимаюсь? Вот сейчас, как раз перед твоим приходом, я сюда ставить не могу. Мне нужно сначала на Mail.ru. А там угодно. Код я сразу сюда переношу. То есть я многого не знаю, но я со всякие приспособления смотрю, где что есть. У меня минимальные знания. Но эти минимальные знания, если в себе положительное зерно, что я не распыляюсь на разные там какие-то нюансы. А самое главное, я знаю. Я знаю, как делать набор. Я знаю, как делать верстку. Я верстку делаю не одну, не две книги, а, я скажу сколько, 22 книги, полностью я один верстал их, эти книги. Мне показали основное работать в фотошопе. Дальше я уже смотрю, как переводится из одной системы в другую, и все это записываю. Все эти там мегабайты, это я знаю, что они войдут или не войдут на это. Но тонкости я никакие не знаю. Да как так вы столько работаете? Ну, больше 30 тысяч провел часов за компьютером. 38 книг, да по 752 страницы, надо понимать. Каждую я минимум по 3 раза прошел. Во-первых, когда я готовил материал, второе, когда составлял, дальше корректору, когда сначала я их прохожу, потом выявляю самые грубые несоответствия, где там они же на слух, проповеди печатают мне братья и сестры, а стихотворение, все остальное, это все мое. Вопросы, ответы, это полностью я до одной буквы пишу. И корректору я должен отдать уже то, что нужно корректировать. Бывает там повторы, кто-то проповедь мою перепечатал, он не расслышал, а я вижу, что совсем не то слово. Когда корректор все сделал, теперь все до одной ошибки-то их там, я теперь должен вставлять, опять я его прохожу. Так что свое собственное я перевариваю многократно. И вот бывает иногда человека кто-то спросит что-то, я гляжу, он... Ну, просто настоящая ахинея. Он несет, что попало, а уверенно так говорит. Даже из членов общины где-то. Я его проверяю очень просто. Скажи, пожалуйста, ты вот сейчас это придумал? Или у тебя это от сердца? Ты это выносил? Ты это опробировал на практике? Слово Божие и то, что ты говоришь, живое действие, оно тебя побуждает к лучшему? Ну да. Все, вопрос закончен. В следующее воскресенье снова повторишь это.
никогда не повторишь. Потому что ты придумал, у тебя оно... Я если провел его повторение «Мать учения» многократно, оно у меня и запомнилось. У меня, когда узнали, там, первые четыре книги, там, а что вы не защищаетесь? Я говорю, от кого защищаться? Меня Бог защитил. Ну, кандидатскую там начинают. А чего ради-то? Так это ж такие труды, а там профессора, академики книги считают, и все одинаково говорят. Защиту сделать. Кому это надо? Так они там достали большую медаль, награждали всех, и большую медаль, вот такую бляху министерскую мне дали. Да смешно. Я все делаю бесплатно, я говорю. Ну, это так, бесплатно. Ну, вот, знаете, тут собрались у нас бизнесмены и другие, о вас слышали, они хотели, чтобы вы с ними провели занятия. Ну, понимаете, как смеются там русские, там, новые русские-то. Поднять их уровень образования. В какой области? Всестороннее. А я вел мировое искусство, по всем галереям мира это трогало. Ну, давайте, собирайтесь. Ну, мне готовится еще. Готов. Шапку в руки пошел. Но я взял с собой, и тогда от нас фильмы сняли «Предчувствие». Там Златоуст из Потеряевки, ну, естественно, но они собрались. Я провел, кажется, 4 занятия, 2 часа, по 2 часа называется, а пара часов. Маленько проходит время, там неделя, меня вызывает ректор Евстигнеев Владимир Васильевич. Он там доктор, там академик, там у него сколько докторантов он взял, там, ну, очень-очень известный. И он мне говорит, иди деньги получи. Я говорю, какие деньги? Ну, вы же занятия-то вели, вот эти 4 урока-то. Счастливо, ну и что? Так получи. Так я еще за деньги разделал. Ладно, иди получи. Ну, я покрутился, ну и получу. Пошел, гляжу, там столько денег. Я говорю, а почему так денег-то много-то мне? Как много? Нормально. Я говорю, так а по какой ставке-то? По профессорской. Так у меня же никакого звания, я не защищался. А потом одного встречаю, главный редактор газеты, а он одновременно преподает в этом же университете и преподает. Я его спрашиваю, у него такая маленькая... Я говорю, что ж так маленькая? То я там удивился, что я вообще не разбираюсь в деньгах-то. Миллионов через мои руки прошло. Вот я сейчас в долгах, у меня 7,5 миллионов. Но должник такой, что все давали, и говорю, если не отдадите, не отдадите, во славу Божию. Я должник, но не должник, можно сказать. И я до того удивлен был. Я говорю, а почему не платят звание? Так ты же преподаватель, он кандидат какой-то. Так это, говорю, совсем мизерная платья. Так как? А там все труды. Они мне там профессорскую, да с какими-то званиями, накрутками. И когда он узнал, что я преподаю бесплатно, мгновенно высчитали мне часы, и кажется, за 15 лет. Идите, получите. Ну, за 15 лет по профессорской, ну, это что-то. Я пошел, и там нужно ННН получить. Ну, получите. Я говорю, у нас не положено. Как не положено? Ну, поставите все. Я говорю, нет. Это не знак Антихриста, но я должен упереться. Я так и не получил мне рубля. Конечно, я уже знал, каким путем идти, как юрист. Я процесс бы выиграл. Чего я буду затевать? Ради чего? Когда я уже изначально был настроен, что я волонтер у Бога, эти знания мне дал Бог, он может от меня отнять память. Вот мне-то 73 года уже будет скоро, а я не чувствую ни ослабления, ни в чем. Это Бог только может так сделать. Сейчас смотришь, он в 50 лет уже зашел на кухню, не знает, зачем зашел. Там память... Ну, если мозг никогда не работал. А? Мозг никогда не работал, разжижился и все. Вот и все. Мозг — это мускул, который надо тренировать. Тренировать. Вот наше утро, 4:40 всегда поднимаемся, и мы начинаем. Я перечисляю всех правителей мира, патриарха, папу, за всех, кого молимся. И в определенном порядке. А это, ну, все настраивает. И вот сейчас я хотел сказать, катушки-то раскатились по стороне, я их уже, ну, не знаю, где они были. Тем более, когда я сидел, они распространялись. И вдруг вот плоды начинают с одного места, с другого, с третьего попадает. Вдруг с разных стран, Израиль, там Америка, Испания, тут все заходят. И вот ровно, кажется, 71 страна заходит. Ну, там бывает один человек, а бывает и 1000. Я покажу таблицу, которая дает, сколько человек заходит. Я пошел, говорит, уже совсем баптистом, там диакон один ушел, говорит. Но попал в ваш труд, говорит, я, говорит, оттуда как шарахнулся, все, больше ноги не положу. Почему? Потому что доводы, приехал игумен здесь, может, слышали его, Юрасов, отец Амвросий, в Иваново, архимандрит, настоятель женского монастыря. Он очень известный архимандрит. Ну, он был когда-то в Почаевской лаврии. И он приехал, побыл у меня на уроке. Вышел на улице, за руки прям хватает. Нужно немедленно издавать. А что это? Да ваши слова прям пощупать можно. А противосектантские были. Да как вы разве не преподаете? У нас сектоведение. Да как? Да ну никак. В каком году-то жил такое-то, в каком году такое-то что-то.
У меня доказательства все в ужатом виде. Я все время старался сделать их более краткими. Но вот сектанты, знаешь, икона не признают. Икона – это идолы. Сколько вам нужно доказать, чтобы не идолы? Ну, 2 часа. А если более кратко, за час докажу. А еще более кратко, за полчаса. Наконец меня сводят до 5 минут. За 5 минут я докажу. Только успевайте записывать. Когда обо мне пишут, вот Быков, журналист пишет, Дмитрий говорит, скороговоркой солженицынской, Лапкин говорит, и сам на него похож. Скороговорка. Я стараюсь себя обуздывать, потому что, ну, спрессовываю мысли. Но дело показывает, если ты это знаешь и любишь, Бог сам выстраивает вот целую плеяду этих слов. Потому что из сердца идет. О, из сердца. Как из ручья вода льется, она и льется. И не надо мне доказывать ничего, почему я этим живу. Так вы считаете, без икон не спастись? Я не говорил, без икон можно спастись. Но если ты икон называешь идолами, я сомневаюсь. Потому что, гнушаясь идолов, ты святотатствуешь. Кринлан 2.22. Но тут уж помогает и память. Когда-то баптисты согласились беседовать на тему о втором пришествии Христа, о страшном суде и прочее. Ну, они там подобрали проповедников, собрались в Новосибирске. Ну, и стали беседовать. Ну, а баптисты любят по Библии. Им не надо никакие книги, они не будут. И договорились, ничего нет. Но участники, они все могут записывать. На магнитофон, на бумагу. Тогда этого не было, на видике не снимали. И вот они начали говорить. Как сейчас я помню, они привели, кажется, 8 мест и кончились. 8 мест. Разобрали их, все места. Теперь мне слово. Но время, как в шахматной игре. Ровно. Он говорил 38 минут, и мне 38. Я стал говорить. И после посмотрели, я на память привел, а иногда место, а там бывает 3-4 стиха, 72 места. Процитировал. А они по Библии листают, смотрят, и они не могли поверить, что это можно. Это Бог только дает. 72 места по одной теме. Это пакетами выдать им. И что? Да ничего. Беседа оканчивается, половина православных. Вот что. И пресвитер, это не здесь было, в Караганде, а у них не пресвитер, не епископ, а называется старший пресвитер. И он принял крещение и стал священником. Это Бог делает. Человеку это невозможно сделать. Помню, кончилась беседа, он обратился к народу, за столами, молодежь сидит. Ну что, надрали нам задницу? А мы убеждены были, что мы правы. Кто против? Ни один. Доказано, да ты против Библии пойдешь. А то Бог не требует служения рук человеческих, слышал? Это чтобы не крестились. Очень просто доказывать. Чтобы какой-то вопрос, я говорю, разобрать, надо 4 вопроса поставить. Кто сказал, когда, кому, с какой целью. Все. И уже направление дано. Кто сказал это? Не требует служения рук человеческих. Павел. Когда сказал? Когда был в Афинах. Где сказал? В Ареопаге. С какой целью? Крестное знамение совершать? Чтобы не совершали они. Мог ли он сказать это, когда ни одного христианина среди слушателей не было? Кому он мог говорить? А почему не было? Да написано Дионисий и Лидия первые обратились. Первые. Там никого не было. Это языческий город. А как же он говорит, не требует служения? А ты считай впереди, о чем? Речь идет об идолах. Бог не требует, чтобы капища строили, памятники делали. Ну, в переносном смысле это против православных. Но не о крестном знамени. Ну, нельзя ставить красный знак, светофор на острове, где нет ни одной машины и ни одной дороги. Ну как можно запрещать то, чего там нету? Согласились все, да, это логично. И вот однажды во Фрунзе мы беседовали, ну и все согласились. А в это время мать ребят, которые там были, все здоровые такие ребята, Кушнарчук, она заходит и сразу, ну видит, что я сижу и перекрестился при них, а полная комната баптистов у Павла. Так Бог не требует служения рук человеческих. Окажется, Валера сын говорит, мам, не надо. Мы это уже сегодня все проходили, улыбается. Вот и все. Вы за один раз убедили? Да, убедил всех. Всех до одного. Вот сидит молодежь. Я говорю, вы убедились, да, теперь совершите крестное знамение. На этом не останавливаемся. Почему? Ну, вы же сказали, что без крестного знамени не можно. Можно без крестного знамени спастись. Но! Придет время, антихрист поставит на чело, на черта, не на правую руку. А почему на чело и на правую руку? Не на левую, не на спину. Вы не знаете? Не отвечает. Ефрем Сирин отвечает, для того, чтобы не мог совершить крестное знамение. Знамение Иисуса Христа. Покажи. А тут сидят старшие. Ну вот когда приедете к нам во Фрунзе, мы тогда все решили, только там, вот здесь как-то мы в другом городе, все. С Богом играть нельзя. Трое ребят сидят, ну, все неженатые, едут на встречу с ярлом песни, все одновременно погибают в машине. Перед самой моей встречей Бог уже не допустил. Поэтому слово «ныне»
действует по сегодняшний ныне, когда услышите голос Божий. Не ожесточите сердце ваше. Завтра, 29.1, написано притча, говорит, не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что он родит тебе. Мы могли не встретиться. Так я тебе дам валенки на ноги? Не надо. Не бойся. Вот сюда ставь. Дядя Игнатий, мне да. К 11 надо в АЛТ-ГТО. О, дорогой да, мой. Да, у меня время уже 10. Как бы вот, да, я ну, давай, долго слушаю. Ехал. Вот. Все, ты хотел. У меня к вам тут как бы, так, я даже не знаю, с чего начать. Вы мамино письмо получили? Получил. Дядя Игнатий, она из Германии получила. Дядя Игнатий, можно так? Просто я с мамой уже говорил, она говорит, я его рано отправила. Она много там лишнего написала, перепишет она. А она никого, она лежит у меня просто в архиве все. Она перепишет и его просто заменить. Хорошо заменить. Она на скорую руку написала, я сказал, согласен. Вот его... Согласен, так и сделаем. Что, вот. Вот. А тут такое дело, я сегодня рассылал... послания все маленькие это. И вот ты здесь сидишь. Вот смотри, я тебя сейчас найду. Я вижу. Вот оно, видишь, да? Да. И вот смотри, какое тебе письмо пришло туда. Сейчас ты его увидишь. Вот оно даст. Только ошибка у тебя страшная. 162 тут. Сообщения. Вот на, сообщение, а? На сообщение нажмите. На сообщение могу нажать. Там а то она картинку высвечит. Ну, что-то не совсем быстро тянет. Но у меня телефона, не кабельные. Ну, понял. У меня тоже такой же вот веб-стрим. Да. Ну, это мне его ставлю. И моего ничего здесь нету. Все абсолютно. Вот это, что есть аппаратура, все стоит. Вот смотри, что я сегодня послал. Считай вслух. Вслух. Не знаю, переслала ли Татьяна Лапкина мою просьбу всем вам, чтобы после просмотра беседы каждый прислал мне свои комментарии. Как уже сделали Татьяна, Дуся, Надя из Германии. Пожалуйста, к размышлению и памяти. Игнатий. Вот так. Вот, пожалуйста. У меня сейчас вот будет это с делами закон. Я напишу. Просто надо, ничего нет. Да мне вчера звонил, и все. Это вот. Как такое дело. Я вот как какие бы... главные вопросы у тебя давай, чтобы потом. Так, главный вопрос у меня как бы. Я вот, честно говоря, не знаю, вот правильно ли делаю вот это вот все. Быстро дело. Излагай, то где в 11. Правильно ли я вот это все дело делаю или нет. В общем. О чем речь идет? Лично, вот как бы вот из всего этого ролика я понял так, что Вадим считает искренне, что мы против него. Да, именно так. Я против Вадима лично ничего иметь не могу. Прекрасно. Настю я знал до того, как она приехала в Барнаул. Ничего, вот какая она есть, что она была такая, ну как сказать. Вот так. Могла там на какую, на авантюристка, на, во всякие авантюры влезала. Да, да. Да. Это я знаю, это у нее было. А потом, ну, я ее последние 13 лет, да. Или сколько, 15, секунду, я ее не знаю. Тормози на этом, сейчас прочитаем. Громко считай. Татьяна Лапкина, что она пишет? Вот сейчас только прислала, при тебе вскрыл. А, Денису Марине в Грецию вчера. А кто на Одноклассниках участвовал, я не стала посылать. Там знакомые неверующие, которые знали Вадима здесь. Денису вчера сказала, он говорит, что написал бы с удовольствием, но времени катастрофически не хватает. Все работают и дети, пока развезут их по садам до школам. У нас 2 дня не было интернета, Настя тоже не посмотрела все. Только первую часть Буран был и интернет пропал. Сегодня они должны ехать на экспертизу, так как Вадим не захотел забирать заявление, потому что он денег уже много потратил и на адвоката и суд. Поэтому он хочет их вернуть, чтобы Насте присудили алименты, а она вернула все расходы. Они уже купили билеты, а сейчас там метель метет, что говорит, может автобус и не пойдет. Они уверены в этой экспертизе, но она пойдет им, что она пойдет. Что она пойдет им на пользу. Почему? У меня почему-то появилось подозрение, не поможет ли ему дядя в этом. Прости, Господи, но вот такие мысли появляются. Это то есть о Викторе Андреевиче? Я еще заранее об этом знал. Конечно, будет так, как Богу угодно, и не иначе. Я там писала. Да потом еще вспомнила, как Настю беременную не хотели прописывать, хоть на улице рожай. Вадим сын, он прописан, а Настя сразу чужая была, и никак не надо было ее прописывать. Да, так и было. Потом временно прописали и детей, и Настю. И через какое-то время выписали. А тут, когда нужно было справки им для суда, то взяли такую, что дети это? У них прописаны, когда они прописаны в Змеиногорске у Насти. Как-то нехорошо получается. Изворачиваются и обманывают.
Я говорю и об Надежде Андреевне тоже, потому что все делается не без ее ведома. Простите, ради Христа. Все написано правильно, так и было. Я уговаривал тогда прописать, а нет, потому что платить за квартиру... Ну, мама эту бочку подняла. Я все это знаю. Прописать. Каждое слово здесь ее подтверждено фактами. Вот что говорит сейчас Татьяна. Меня больше всего настораживает, что вот как бы я с батюшка, наверное, вам говорил, что я ему звонил, или нет? О чем? Я тяте звонил вот до того, как еще вы здесь собрали Вадима, все, что вот будет суд, все, может быть, как-то с Вадимом поговорить, что можно договориться мирно. Я это говорю на роликах-то. Вы это... Я прямо нет, давил. Я тяте звонил про это. И тятя мне сказал, что вы все делаете вот святого, то есть он даже меня слушать не стал. Что вы делаете все святого из Славы, из Насти... Она не имела права с Вадимом разводиться, сама согрешила. Но сейчас-то не об этом речь идет-то. А меня никто... Я говорю, тять, тут вот сейчас вот эти вот расходы. Ты, говорит, от меня что хочешь? Я ничем помочь не могу. Да. И все. Ну, на этом как бы мы вот... И давай эту тему вообще закроем. Закрыто, без комментариев. Что? Вот, у меня, да. В общем, такое, что претензий лично к Вадиму никаких нет. Я бы искренне помог Вадиму, если бы увидел хоть какую-то потугу вот, к изменению. Хоть что-то. Хотя бы он признал, да, я сейчас не могу отдавать вот эти вот, ну, занял долги, да. Потому что он говорит, я хочу создать семью. А делает, что хочет там все долги на Настю, все, она виновата, и все это ее. Но это, я хочу я о Вадиме больше простить. Не хочу говорить, я хочу пояснить. Все, здесь вопрос закрытый. Пусть они решают. Поехали, мы только молимся. Мы молимся очень усердно сейчас. Прямо конкретно с произнесением их имени. Меня интересует твое положение. Ты сейчас идешь, что там, защищать, как что-то или говоришь? Что, кого защищать? Я не защищать. У меня коллега защищает докторскую диссертацию в вашем ЛГТУ в Совете. Я там как, ну, с видеокамерой, ну, организационно немного помочь. В 12 защита, ну, надо пораньше прийти. Там так. Посмотреть, настроиться. А у тебя какие вот там это звания? У меня никакого. Никакого. Говорили, что ты там какой-то тоже. Я писал, наполовину написал работу, и 2 года назад все забросил. Сейчас буду продолжать. За этот год мне сказали защититься. А нужно это, если учитывая, что ничего, только платить ты будешь, пока защитишься. А защитишься, ни грамма тебе ничего не повысит. То стал бы ты это делать? Дядя Игнатий, платить я ничего не буду. Я буду защищаться в своем совете. Но при этом зарплата у меня увеличится. Только что ради зарплаты. А вот если бы так, ты изобрел что-то, ну, что-то полезное. Ну, допустим, кто-то изобрел, ну, вот как Мартин Купер, этот, телефон. Или там Тим Бернес-Ли, интернет. Тут понятно, что стоит того и Нобелевскую премию присвоить. Ну, а если какую-то гайку там отдельно, кто изобретал, кто получал? Кулибин-то получал, Ползунов, никто ничего не получал. Значит, я объясню, чем мы занимаемся. Мы нового, вот как радио, не изобретаем. Мы в данный момент, вот наша отечественная наука сводится к тому, что подбираем остатки, то, что уже давно изобретено в Америке, на Западе используется. Мы сейчас разрабатываем технологии, те, которые там уже используются. Но чтобы это делалось у нас в России. Это будет в разы меньше и внедряется в производство. То есть конкретно наша лаборатория. То есть вы уверены в этом или только лукавите сбоку первому чужому? Нет, то, что мы делаем, это сейчас работает, и конкретно вот в нашу лабораторию идут заказы, заводы, то есть это реально то, что работает на заводах. Понятно. То есть вот. В другой сфере я недавно стал перечислять, чем я занимался. Мелконькие это дела, но из мелконьких, как мозаика, составляется все панно. И я всегда шел непроторенным путем. Вот, что бы ни коснулось, я делал то, что никто не делал в течение 2000 лет, минимум. Вот, допустим, 2000 лет издается Новый Завет. Но с толкованием на весь, с откровением никто не издавал, как мой трехтомник. Никогда этого не было. Дальше. 900 лет, как толкование блаженного Феофилакта. 900 лет. Ни одного комментария никто не сделал. Я их сделал. 297. Высветил проповедь необходимое Слово Божие. Или канон Андрея Хрицкого. Всегда кланяются, все знают великий канон. И вдруг я на этот канон написал 2 еще канона. Такие же. Я там не изменил только. Молитва 3 ступеней. Первая. Просительная.
прости, прости, это она у него. Вторая, это благодарственная. И третья, ангельское словословие. Я перевел туда, и мы молимся сейчас на три канона. Но почему никто не сделал это? А ведь от Андрея Крицкого прошло уже 1300 лет. И вот так в каждом деле, и притом я это не то, что сидел и мараховал, а чтоб такое еще новое придумать, утащить, нет. Я видел, что это недостаток. Мы не достучались до сердец людей. И вот люди у нас после Великого Канона, столько поклонов, почти 500, и не хотят уходить. Это надо было видеть. Все сидят и еще поют, и говорят, мы не говорим, и домой идти неохота. Неужели этого никто не видел? Что Дух Святой не вхожий в сердца людей. Это прямо можно сказать было. То есть, если он и входит, но кратко, и люди покинуты, живут во тьме. Нет радости спасенного грешника. Они этого не знают. Ликующего христианства нет его. Я не Симеон Новый Богослов, не Василий, так сказать, не Симеон Новый, этот, Исааки, сирианин, я не знаю этого. Это нет. Но внутри себя я должен это почувствовать. Вот посмотри на Вадима сзади, глянь. Я его фотокарточку нашел. Так вот, вы новинку какую-то просто просите, а как это вот, допустим, по Теряевке конкретно? У нас много навоза и крапивы. Как за счет этого облегчить жизнь там? Я уж не говорю разбогатеть. Если бы там какой-то был специалист, он говорит, навоза много, я могу сделать так, чтобы ямы копали, ссыпали туда, а дальше у вас батареи всю зиму будут работать, и ой, там начал говорить где-то. Я говорю, так сделай. Ну, я в другой области занят, может быть, и сделал бы. Есть такие люди, которые, где бы они ни коснулись, они буквально все выхватывают. Но я про одного читал, он говорит, ну, у меня к химии нету тяги, я химией не занимаюсь, говорит. А везде, что бы он ни коснулся, он мгновенно какие-то новинки вносит. И сам изобретатель говорит, как же я-то не додумался. То есть у него совершенствование развито. Я 40 с лишним лет печником был. Я чего-то достиг. Печь делает несколько дней, я за день две выкладываю от трубы. Но я ничего не изобрел. Ну, я ничего не изобрел, новинки не вношу, но если я что-то берусь, вот, допустим, в Томске сейчас... Оборудование в одном университете купили дорогое, там затратили десятки миллионов рублей. А на что? На направление какое? Там туалеты какие ремонтируют? Нет. Направление, то, что мы занимаемся, это авиастроение, ракетостроение, вот это вот. Круто. Жаропрочные сплавы и покрытие, защищающее эти сплавы. Но они знают, что ты перспективный и что-то можешь помочь. Как? Конечно. Жаклин Кеннеди. Мы работаем по... Она дружила еще со студентом Джоном Кеннеди. Я сразу поняла, он страшный, говорит, перспективный. Там. Надеюсь, он станет президентом. Рядом стоящие с тобой, они понимают, что не напрасно они время на тебя тратят. Вот буквально две недели назад к нам в институт приезжал, и я за микроскопом как раз сидел, он приходил, встречался, директор НПО «Энергия». Это, не директор, а он Но подожди, президент. Еще Чубайса. В общем, на его счет. Это не это, а, в общем, ракетостроение, в общем, вот кто вот этим вот всем заведует. Ну, там Потанин где-то тоже заучаствовал. Все, весь вот этот вот космический... Я к чему подвожу разговор, что меня меньше всего это интересует. У тебя есть общение с хорошими людьми. Ты им свидетельствуешь о Господе? Вот понимаешь, нет, здесь высшее авиационное училище было, сейчас милицейский институт, да. Вот высшее, вот. И я там вел регулярно встречи-то, и вот, а там ниже полковника почти никого нету, преподаватели потому что, ну как профессора. И вот собирается сразу, допустим, 20 человек, кончилось, они меня к себе затягивают, они не знают меня чем угостить, и друг друга, они такие прям возбужденные, и один говорит, ну скажи, говорит, у тебя какое чувство? Он говорит, мне кажется, я никакой академии ничего не кончал. Они не знают, чем пиво, я не пью, вобла там или что там нету. Один говорит, ну вот в сапогах вы возьмете сапоги? Я говорю, сапоги бы взял. И он точно 43-й размер из-за дивана вытаскивает и мне дает. Понимаешь, нет, ты в своем ли амплуа действуешь? Твоя ли это ниша, где ты находишься? Потому что талант Бог будет спрашивать, умножил ли ты его. Я себя нашел. И каждый день, вот Марк, по сегодняшний день я молюсь, Господи, помоги мне обнаружить, и умножить все мои таланты. А для этого пошли мне добрых помощников, наставников и советников. Если вот такая, как у тебя там называют аватар, сидит там труп сотлевший, убери его. Что ты себе такое реноме даешь? Ты скажи, что я жив. Жив. И вот я тебе могу дать сегодня наши визитки, и ты даже много не скажи, придите к этому сайту. Поверь, это не наш не сайт, это суперсайт. Ему равных нету. Нигде в мировой сети нету начитано Златоуста 12 томов. Нету нигде насчитанного жития полностью. Ну, 50 книг аудио.
А вопросы и ответы 4124. Им никогда не ответить. Почему? А это другая жизнь. Можно написать «Архипелаг ГУЛАГ», но биографию Солженицына нельзя повторить. Да, времени от того. И времени то. И, говорится, ростом пониже и духом пожиже. И ту мою биографию, которую дал мне Господь родиться в старообрядческой семье, обратиться по Евангелию среди пятидесятников и остаться в православии. Сектанты меня пастором как угодно называют. Мы, говорит, впервые встречаем человека в православии, а не православного. Они не могут понять, что я показываю, что вы не церковь. Я бы ушел баптистом сегодня, если бы было истинное рукоположение. Они сект, они не церковь. А вне церкви нет спасения. Если ты это понимаешь, я тебе хочу дать визиток, и где ты будешь встречаться, ты можешь своим друзьям просто по-хорошему сказать, а знаете, вот я сайт один знаю, вот ты мог бы это сделать? Но с кем, с коллегом я даю вопрос, я вот так вот не могу подойти и в лоб сказать. Нет. Но мне задают вопрос, вот ты как вот это вот? Я говорю, вот здесь вот вы узнаете. Открытым оком ваше давало. Это не пойдет, когда спросят. Нет, а вопросы регулярно. Но даже не вопрос. Допустим, я встречаюсь, у меня студенты, я захожу, аудитория открыта, преподавателю сразу говорю, разрешите пару минут? А что такое? Я говорю, хочу обратиться к студентам. У кого есть компьютер? Кто выходит в интернет? Я. Разрешите им отдать визитки? Все, я в другой аудитории. Когда они зайдут, и пусть зайдет 1% из 100, но этот человек, он другим 100 уже расскажет, когда коснется. Почему? Вот многие говорят, почему раньше не сказали, что такой сайт существует? Я уже не один год, говорит, брожу здесь, и мне ничего не дают. Я говорю, сейчас вылезти не могу. Я вот книги давал, ну, представь, до мэра города. На работу, говорит, опоздал вчера, говорит. В постели, говорит, читал до 3 часов вашу книгу. Пришел полковник ко мне, это ЦГБ. Я говорю, Юрий Николаевич, а вы верите, что ему написано? Говорит, это не то слово. Я сам участник вас арестовывал. Ну, я самое поганое свидетельство против меня все поместил, до единого, не купируя. Почему? Я слишком уважаю своего слушателя, читателя. Мне не надо, чтобы я давал ему процеженное, вот это против меня, это не меня. Я вот сегодня новый ролик, утром мы здесь сняли, я уже выставил. Смотрите, люди, научитесь, как правильно тереть морковку, чтобы у вас глаза не болели, работающие над компьютером. А к этому добавил все, как ездил в Америке, как пища подается. То есть совершенно в новом амплуа показал себя. И людям это интересно. Вот все это бедность, а заголовок бедность, морковка, компьютер, Америка. Вот он, поиск сделай, ты к нам придешь. Тебе идти надо. Ко мне, да, главный вопрос это... задавай. Еще, сейчас еще 13 минут. Ну, я за полчаса добегу. Да тут пешком. Ну, тебе в ГТО надо? Да, да, да. А ты вообще сейчас зайдешь по Комсомольскому, даже на Ленинске не надо выходить. Вот, до первого проспекта и по нему иди, прямо напротив его и выйдешь. А, все? Все. Мы, это путь, который я проделал 4 раза каждую неделю, 17 лет. Я вел занятия. В одном только 17. До этого я в 5 университетах вел занятия. Так, говори, чем я могу быть полезен для тебя? Ну, как бы... То есть, если я умру сегодня, ты не дрогнешь, ничего не потерял. Не пожалеешь, что не успел спросить. Тогда запомни сайт, и там справа 4124 вопроса-ответа. Видел? Да. 55 папок. И вот я скажу, весь мой сайт, форум можно сделать, может быть, даже лучше. На вопросы никто не ответит. Это я абсолютно точно. А он ответит, но только не так. Ему так не ответить. Он обязательно, человек, который отвечает, он приглядывается другому в глаза. Вот у меня презентация книг была в университете, в ГТУ. И выступает, там есть проректор по учебной части Семкин Борис Васильевич. Ну, я бы мог назвать даже другом. Настолько он близок. Он пришел на презентацию и говорит, вот, знаете, когда автор пишет, то он лукавит, писатели. Они не такие, как они пишут. Но книги Лапкина считаешь, он такой, как есть. Я советую каждому приобрести эти книги. Эти книги украсят любую библиотеку. Вот трехтомник, Новый Завет. Есть у нас. У Путина. У каждого свой. У Путина показали библиотеку и показали, мои книги стоят. Дальше. У Медведева, у Патриарха, у епископов, на зарубеж. Ну, тираж, конечно, маленький. Ну уж и издали мы это по высшей шкале. Мы 2 года почти раскрашивали Гюстава Доре. Впервые раскрашенный Гюстав Доре полностью только у нас. Это наша работа. 8 параметров в нашем Новом Завете изданном, которых нигде не было, и думаю, вряд ли будут. В первую очередь, комментарии. 297 комментариев, высвечивающих толкование, особая направленность любви к Слову Божию и к проповеди. Я ничего там не делаю, я просто эти места выделяю крупно и дальше даю комментарии из своих или из святых отцов.
И священники, имея Евангелие, они его и забыли. Имея толкование, они его поставили на полочку. Получив мою книгу, они в бешенство пришли, стали сжигать. Почему? Комментарии, которые показывают, кто мы такие есть. Оно сразу оживотворило все. А как ты до этого дошел? А я болел этим, я не знал, как это сделать. Я от руки переписывал. Но Господь позволил вдруг сделать. Я не ожидал, что это удастся. Я вообще не ожидал, что буду издавать. Я тебе дам визиток? Ну, давайте. Хорошо, визитки хорошие, тем более с обратной стороны про наш университет, где вели занятия. Ну, пока не ведем. Ко мне вопросы. Ну, как бы я все понял. Так, сколько ты здесь будешь времени, дней? Ну, вот сегодня защита, потом... Все, завтра в 7 утра уезжаем. Так, уже. Ты можешь прийти я ко мне ночевать? Мы побеседуем весь вечер. У меня есть где ночевать. Если ты хочешь к Марфе, к Марье там пойти. Ну, если у нас бы дала две просто не наволочку, потому что мы тут нам стирать негде. Это самое главное. А нет, значит, я тебя положу просто так. Вот под одеяло. Да за весь вечер пробыли вы вместе. Так, единственное, у меня вот там... Так-то бы я мог и вообще после университета сразу. Я просто бы накормил туда, тебя. Сюда, через ты весь год живем. Тебя будут потом спрашивать, скажут, ты знал, ты видел, и ты скажешь, я был и ночевал. Но я тебя пригласила, я не настаивал. Я понял, но у меня просто там остались вещи. Хорошо, можешь пойти и вещи взять, и можешь отпроситься. Так, ну так, надо подумать. Знаешь, порядок такой есть, если тебя приняли в один дом, как благовестника, ну, ты не имеешь права про переходить. Это. Я тоже чтобы ради хорошей идеи. Но если они тебя отпускают, потому что... Толкование дается не переходить ради того, что лучше накормят. А у меня наоборот, переходить ты будешь на низшую ступень. Лучше тебя здесь не накормят. А вот насчет еды я наоборот. Мария вчера даже обиделась. Я говорю, ну вот и ты тоже. Мама все время обижается. И это... Она мне согрела уху. Я поел... Да я был уже сытый. И тут когда, вчера поел? Ну да. Вчера понедельник, ухи не должно было быть, рыба не разрешается. Ну, в общем, вот. Вот так, попался сразу. Попался сразу, да. Ага. Так, второе. В общем, поел, а она мне второе предлагает. Я говорю, ну вот... Яичницу. Нет, яичницы не было. Ну да, пост. Яичницу не едим. Так, я к тебе хочу задать вопрос. Я о вере тебя не спрашиваю, потому что ты пожелаешь, ты меня спросишь. Чего я тебя буду пытать? Ты мне мой племянник родной. Скажи, зачем у тебя волосы длинные? Ты знаешь, это бесчестие мужчины. Апостол Павел сказал, если мужчина растит волосы, это бесчестие. Я когда беседовал, вот смотри, я, у меня волосы вот едва-едва вот до воротника за лето доставали, вот так вот. А в общине здесь, у нас говорит, ты волосы-то что такие длинные отпустил? Я тогда встал, как, ну давайте проголосуем. Кто за то, чтобы я волосы отрезал? Все сразу, все до одного. Я в другую комнату зашел, тут же сняли, я зашел готовый. Всего они были, ну, сантиметров на 5 за лето, я все лето был в лагере. Мужчине не положены волосы. Это апостол Павел. Ты хочешь быть бесчестным? Да нет, конечно, я тебя буду называть бесчестным. Бесчестит свою голову. Все, вопрос не требует комментариев. Я слышал, выступают разные шейхи, ну, и убеждают, надень хиджаб, надень хиджаб. Ну, жарко, то другое. Она говорит, принимая мусульманство, ты принял все. Я за то, что посты отменили. Они не нужны, кроме великого... И среды и пятницы. Но они есть. Есть такое выражение без дураков. Я их скрупулезнейше выполняю все. Но у меня есть свое мнение, которое я выразил в книгах. Они придуманы монахами через 8 столетий. Для монахов корешки эти как раз. Но человек, который пилит вручную, ему нужно 5 фунтов мяса. Посты, особенно Петров, они, их назначение имело, целевое назначение. Благословение на проповедь. Какой пост, когда, во-первых, его нарушают почти поголовно все, а во-вторых, на проповедь никто не идет. Это фикция. И поэтому что, ну как в кабинете Ленина написано, не курить, а все курят. Он говорит, уберите, она дезорганизует это. Ее убрать надо. Но это, конечно, самая антипатия у меня к нему. Но говорит хорошее. Правильно. Он однажды сказал, говорит, наша радость от трудовых успехов. Мне очень нравится это. Но это на любом поприще. Значит, я тебе сказал... Больше я тебе не повторяю. А ты уже сам, тебе открыть место это писание? Да я... Ты знаешь, 1 Коринф. Мне показывали. А у тебя есть эта Библия с поисковиком? Есть. А ты знаешь, кто автор ее? Кто? Игнатий Тихонович. Нет, конечно. Нет. Тимофей, он не то, ха, вьетнамец. Он в Москве. Он МГУ заканчивал. Но родители его молодые еще были здесь. И он о себе дает биографию, проповедует. И, конечно, протестант. Православного пустили. Ну, я разузнал это дело, я ему послал там книги, там еще что-то было. Я очень ему благодарен. Поэтому я каждый день, еще вспоминая
Мартина Купера, который изобрел вот этот вот, потому что он облегчил мне, он живой. И Тим Бернерс-Ли, который интернет провел, это его детище, а они в моей молитве. То есть я каждый день думаю, Господи, как бы не остаться неблагодарным. Передо мной прошли люди, которые потрудились, которые столько сделали, облегчили мою жизнь. Я сидя дома, я на тысячи людей выхожу и на миллионы даже. Это они сделали. А я ничего не могу ничем воздать, только молитвой им. У нас чувство должно быть до болезненности, разве это благодарности. Как бы не пропустить. Павел говорит, никому ничем не должны быть, кроме любви. Был бы он здесь, этот Тимофей. Тим Бернерс-Ли, это Тимофей тоже Ли. И этот Тимофей, который составил программу библейскую. Там, он протестант, а вставил туда каноны вселенские, поместные. Я их копирую в книге. Это облегчило труд мой, даже не выскажешь насколько. Хотя я бы нашел, симфония есть. Но не канонически, а сам ее составил симфонию. Могу доказать, что лучшая в мире. Есть у нас. Есть она, вот. Но он сделал то, что в интернетной версии. Тимофей Ха, вьетнамец. Запомнишь? Тимофей. Но у вас на сайте есть, есть. Это? Все, ну, это есть. Да. Все, ну да, можешь спросить даже где. Ну. Так, спрашивай еще что. Все у меня. Все, тебе нужно идти, да? Или давай, говори, еще время. Да нет, давайте вы говорите. Да нет, я уж тебе много наложил. Да? Значит так. В первую очередь, мне хочется узнать, чем я могу быть тебе полезен. Может, тебе что-то надо. Материально я не помогу. Материально не книгами надо. Книгами я могу вот помочь. Молитвенно. Молитва, я вас молитвенно всех помню каждый день. Дня не было, чтобы я за вас не молился. Ни одного дня. Вот. Вот этот, я каждый день его произношу имя. Господи, Владь, как я не знаю. Я сделал, что можно было. Ну, по ролику, меня ты вот видишь, что я не тяну ни на какую сторону? Да. Хороший ролик получился? Открытый, со свидетелями. Вот. Единственное, что жаль, что ничего он не понял. Ну, а это от нас не зависит. Зато мы сделали все возможное. Во-первых, и мать, как у ребенка рядом сидит, держит за руку дядя. Себастьян юрист, кого он избрал, из всей общины сестра сидит. Ну, и я его не давил. Я просто спрашивал, чтобы ответить на те обвинения, какие против него выдвигаются. Ну что ж. Что, честно говоря, я сам его очень даже понимаю, потому что я вот слушал все вот это вот, да, вот все вот эти обвинения, все. Я понимаю, что я-то такой же в самом деле. О, ты важно. Два года назад я вот в такую же вот дыру попал. На меня надавили, давай, делай, работай, вот это вот все. Я посмотрел это, я все бросил, отказался от всего, ушел на полгода. Там Егору строить помогал, еще что-то, просто никуда вот. Дома ел, пил, Егор устроил, и все. Какие деньги были. Потом сложилось, все, сейчас неплохо устроился на работу, работаю, все. На новой работе коллеги со старой начали, приходят к начальнику, говорят, вот ты его взял, а он там такой-сякой, это, он вызывает того, кто меня привела. Говорит, ты кого мне привела? Это, он как вообще, адекватный? Она говорит, ну, не знаю, работает, не обманывал, и до этого он работал нормально. Он посмотрел. Сейчас совершенно другое отношение ко мне. И недавно подходит, спрашивает, вот про тебя тут рассказывали, правда? Или он там придумал, вот почему он про тебя такое говорил? Ну, правда, я говорю, тогда было так. Так а сейчас-то, я говорю, ну, сейчас ну, все, да. Нету того. Исправилась ситуация. Жизнь продолжается, а раз она продолжается, есть шанс исправить. Сделай шаг, один шаг сделай навстречу, да. И тебе поможем. Я гляжу, ты не растолстел, у тебя фигура такая хорошая. А я ем, чтобы жить. Ага. А не живу, это чтобы наш есть. Принцип. А во сколько же ты встаешь? Встаю не рано. Встаю не рано, то говорят, когда как. Это я знаю, что не рано. Вставать нужно рано. Давид говорит, я встану рано. Прославлю. Предваряю рассвет. Предварять это значит еще рассвета нет. Вот мы все всегда встаем. Мы сейчас здесь юноша один живет. Он, ты, может, знаешь, эти были? Плотникова. Плотникова, да, Васю, да, конечно, он знаю. Он сейчас в университете медицинском. Но. Убежал здесь. Мы встаем всегда в 4:40. Всегда. Полное правило. Как правило, 100 поклонов. И у нас считается молитва. Давид говорит, семикратно в день прославляю тебя. Ну, не менее 7 раз днем становиться на молитву. Это три святое от Царю Небесный до Отче наш. И 100 поклонов. Это, ну, это кто может как. И тут уже всех поминаем, и идем, как один говорит, ну, а вот я был в церкви, я молился, там 3 часа стоял. А когда стал молиться, говорит, это совсем другое. Это постоянно у тебя на стороже. И, наконец, в конце молитвы мы всегда
воздеваем руки, просим Бога благословить, написано, поднимайте руки без гнева и сомнения, и потом молча стоим, говорим, говори, Господи, слушает раб твой. Что Бог скажет? Люди не умеют слушать Бога. А как, ты голос слышишь? Да нет, конечно. Бог положит тебе это на сердце. Вот с Вадимом встреча была, она, я на молитве его выпросил. И вдруг сразу, мгновенно, я ни сроду не думал, меня это не касается, я не ввязываюсь, ни разу, никак. Но, вдруг сразу, раз, я сразу выхожу на Виктора Андреевича, поставил одного человека к орульке, чтобы не убежал. У него такое есть свойство улизнуть. Это, все перекрыл ходы, и наконец все здесь собрались. Этого предупредил. Это в течение одного утра было сделано. Ну, видимо, в крови такое вот уходить. Да, так и есть. Это люди, которые не разрешают слово «проблема», я не люблю и плюю на него. Неразрешимый вопрос называю. Это было. Я в воскресенье еще с ним поговорил. И постепенно подвожу к тому, что обвинения эти он признал. Я сейчас с одной стороны давлю. И самое главное, он уже признал. Самое главное, грозное обвинение в свой адрес. Здесь вот получается как? Вот мне очень вот Лескова, когда я прочитал, и мне так вот это по душе пришлось. Название не помню рассказа, вы, наверное, читали. Когда владыка поехал на север, да. Вот туда, и говорит, крещеный — это пропащий человек. Да, он вперед забегает. У нас же говорит как? Не, а почему он ходил-то? Он спасал своих братьев. Ну, понятно, он один. А он их где запомнишь? Он говорит, уже 7 раз крестился, а сейчас 8-й едет креститься. Ну, цифры я могу напутать сколько раз. Ну, да. Не раз уже крещеный. Вот. У нас говорит как? Украл — должен вернуть. И хозяин тебя простит. А здесь он крещеный, говорит, украл. А к батюшке пришел, батюшка простил. И старик, говорит, на небе ничего уже не сделает. И все, и он святой уже там нет. А помнишь, как он медведя там отрубил ногу, ты шапку оставил? Шапку оставил, пожалуйста. Да, скупал он. Вот это не крещеный. То есть убили совесть. А совесть, Златоуст говорит, первичнее Евангелия. Сначала совесть. И когда совесть не стала работать, тогда Бог дал писанный закон Евангелия. Вот это самое отрицательное, что может быть есть сегодня в лжеправославии. Я пойду батюшке сдам грехи, как будто засохшие шкуры быков. От нас Бог ждет полной отдачи. И Бог желает сам Духом Святым начать в нас трудиться. Даже молиться. Павел говорит, мы не знаем, о чем и как молиться, но Дух Святой воздыханиями неизреченными вопиет Авва Отче. Я не знаю, о чем молиться. Вот звонит мне одна из Германии, у меня сына, внука, кладут на операцию, пожалуйста, помолитесь. Я говорю, а почему вы звоните сюда-то? Мы слышали в Германии, слышали, что ваша молитва доходит. Мне звонят с монастыря, с Жарданвиля, там, с Австралии. Мы слышали, там, с Англии, ваша молитва доходит. Да откуда я знаю, доходит? Нет, что я какой? С Америки неоднократно, там, с Сакраменто. Я не знаю. Ну вот, помолитесь. Я говорю, а что молиться? Ну, чтобы так, нет, я так не молюсь. А как вы молитесь? Я скажу, да будет воля Господня. Я еще сейчас помолюсь, и ребенок сразу скончается на операционном столе. Я волю Божию выпрашиваю, это я могу сказать, Бог слышит. Да как так? Да так, что мы не знаем, что ребенок этот делается негодным. В доме Иеровоама нашелся один только ребенок, и он умер, написано. Он угоден Богу, и он один умер. Бог его восхитил. Ну, вспомни житие святой Клеопатры, это Уара. Когда мать плакала, он молодой офицер, а она увидела, что он на плече сидит там в раю, говорит, мам, что ты плачешь-то? Мне тут так хорошо, я не хочу туда идти. И люди, которые в клинической смерти были, они никак не хотели возвращаться в это тело гнилое. Так и этого Амвросий, по-моему, отец Арсений. Ага, отец Арсений, да. А писать то же самое. Когда он прошелся-то и назад он... Если мы любим Господа, то в нас должно быть чувствование, которое во Христе Иисусе. И должны содействовать, помогать друг другу в этом-то. А не то, что вот я исполняю правила, там молюсь. Вот у нас перед службой всегда заходит за 7 минут. За 7 минут и сразу объявляется. Встанем все для молитвы. Все, 7 минут, полная тишина, ни крестного знамения, ни шевелиться, ничего. Теперь, а как? А молитва слова были первые, я вот сейчас даже покажу, ну, это маленько пораньше они были изданы, при... А, есть у нас такой. Такой, это был патриарх Алексей Первый, вот да, оно да, как да. Выглядит. На, прочитай слух. А, правила поведения... Ну-ка, прочитай вот это впереди, молитва утренняя. Став осна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя перед всевидящим Богом, и совершая крестное знамение, произнеси. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть сначала нужно что? Чувство свои привести
Затем, ну-ка вот здесь, затем, посмотри. Затем немного подожди, пока чувства твои не придут в тишину, и мысли твои не оставят все земное. Постой. И тогда произнеси следующие молитвы без поспешности и со вниманием сердечным. То есть нужно время, чтобы сконцентрироваться на разговор с Богом. Молитва – это разговор с Богом. А никаких, забежал тогда. У нас 7 минут, полная тишина. И вот за эти 7 минут мы, и священники успели помолиться, и мысли как-то маленько, маленько хоть привести, кто как может. Ты в каком храме это найдешь, чтобы люди так заботились о молитве? У нас вот сейчас псалтырь, это круглосуточно она читается, псалтырь. Вот она позвонила, тут умерла у нас одна, ну а модератор там, супермодератор у нас сейчас Юля, она распределила кому какую считать и два раза псалтырь прочитать за 40 дней, и на всех, каждому столько прочитать. Она только позвонила, не позвонила, дала на интернет, все уже мы взяли, все на молитве. Каждое утро кафизма. И вдруг прошло несколько дней, говорят, бывший у нас здесь священник, он был минусинским благочином, и там машина выскочила, его в лоб, он сразу скончался там. А мы его знали, Михаил. Мы сразу его подключили сюда, теперь Пелагея и Михаила. Понимаете, мы все родные, мы единые на единой виноградной лозе. Вот что нужно. Не то, что там сказал, а помолитесь. Вот сейчас мне многие в интернете, я говорю, порядок такой, сейчас я становлюсь на молитву, и им говорю, как молиться, и вы становитесь на эти же 100 поклонов. Согласны? Согласны. Отходим. Даже мусульмане звонят когда, и с ними вместе на молитву. Такие удивительные, у меня есть там одна мусульманка, переписываемся, большая переписка с мусульманкой. Она преподаватель теологического факультета в Баку. Она отец Игнатий, наставник, там учитель. Она псалтырь со своими учениками читает, ходит в православный храм, монастырь. Вообще. А как и местные ее мусульмане? Всяко было, уже сколько раз, говорит, ее там зажимали и прочее. Ты зайди и посмотри в интернете. Сейчас секунду буквально одну, смотри. Ты... Вот. Про мусульман, я что-то там... А вот сейчас посмотришь, что оно тут заглохло, пока разговаривали. Ага, а я что ищу-то? Она у меня как раз открытый форум-то. И вот смотри, на форуме вот поиск, видишь? Угу. Общий поиск. Вот сейчас она открывает, я говорю уже, переписка. Вот посмотри. Переписка с одним, переписка, в моем мире, с сектантом, ставшим православным. Переписка с мусульманкой. Вот она, Самира Тагеева. И ты посмотри, сколько у нас уже здесь. Сейчас я посмотрю, сколько здесь. Даже не... А, я не это... Надо было сразу показать. Сколько страниц-то здесь? 4 страницы. А у них у мусульман свет зеленый, я зеленый свет делал-то. Она пишет, мира вам, отец Игнатий. А что говорите? Вы 18 кругов по щеткам? Спаси Бог. То есть 18 раз я становлюсь в день все равно на молитву, в день, 18 это по 100 поклонов, и утренний, вечерний не считается молитвой. То есть у меня 2000 поклонов в день. Мы с ней все, вот так, я поясняю, только для того, чтобы мы больше имели представление друг о друге. Вы же смотрели, как Яша кланяется, ролик на моей страничке в моем мире. И я рядом с ним, совершив крестное знамение, потом поклон делаем такой, чтобы рука могла пола коснуться. Так иногда руку опускаешь, чтобы себя проверить, полный поклон делаешь. На каждой молитве считаешь 3 святое, а потом с прославлением Бога и своими просьбами, по четкам не менее 100 поклонов. На это уходит не более 10 минут. Псалом 118, 164. Семикратно в день прославляю тебя за свою правду. Да, я же это все писал вам. И таких молитв по 10 минут, не менее 10 каждый день. Иногда и до 18, если утренний, вечерний считать. Итого в день таких полных поклонов совершаю постоянно от 700 до 1800. Только на поклонах, по четкам, лестовкам. Так каждый день в году. А во время иных молитв там тоже поклоны. Кто бы ни пришел по делу или в гости, со всеми стараемся так и помолиться. Хотя бы на один заход. Теперь она пишет, мира вам, дальше, я ей поясняю, у меня была весьма обширная переписка, 1200 писем в год, и дальше я ей поясняю, вот это, и теперь заходят другие, стихотворения, и вот она стоит, это она вышла из храма православного, вот она. Здравствуйте, это я у врат храма жен мироносец у нас в Баку. Вот удивительное дело. Мира вам, дорогой отец Игнатий, занялась тут уборкой и видео параллельно слушаю, я ей переслал туда, записаны записи. Ну, такие интересные вещи. Слава Богу, как хорошо, когда Бог позволяет человеку учиться. Я бы, как, та же, как и вы, хотела к вашим годам знать Библию. Спасибо Богу, удачи вам. Я пишу. Мир вам, как вы там? У нас уже 19 градусов холода. Самира Тагеева, здравствуйте. У нас тоже прохладненько стало сегодня. Ночью ливень был. Деревья напились водички. У меня, слава Богу, видео скачиваю.
Откуда теперь я ее спрашиваю? Самира. Да уж, отец Игнатий, у нас тоже такие противные мулашки есть. Это мула, это как священник у нас. Их специально держат в храмах, чтобы вызвать отвращение к религии. И вы знаете, у них это получается. Они такие черные своих дел и тучные, только и знают, как бы побольше денег прихожан содрать. Да, кстати, в Коране, вы помните, есть стих, где говорится, что большинство священников и мул будут сводить людей с истинного пути, несправедливо пожирать будут их добро. Бог знает все наперед, добразумитый Господь, как вы научили меня говорить. Но, конечно, не все священники мулы такие плохие, есть и светлые люди, но их очень мало. Спасибо, теперь я вот все говорю, привожу места Писания. Она говорит, вот у меня завтра доклад там будет, и что говорит Бог о мужчинах по отношению к семье, как они должны относиться. А вот это все можно, да, почитать? Да вот оно на сайте. А, все. Не на сайте, на форуме. Все, я понял. Слово переписка только, а знаешь, куда искать-то? Вот. Да, да, да. Вот она. В конце, справа, все, не по темам, видел, а общий я поиск. Видел. А на сайте, сейчас открою сайт, минутку. Вот мой мир. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот смотри. Самое, конечно, главное, это вот эти вот 4124. А вот поиск. Вводи сюда. Угу. Все, что на сайте есть, по одному слову ты найдешь. Вот я сейчас спрошу. Ну, все. Калашников есть или нет? Да, есть. А вот смотри, сейчас оно покажет. Так, письмо Калашникову, Петру Григорьевичу. Вопрос такой-то, третий том. Калашников, сострадание лживое. Как Петя Калашников, беснование злобы на суду клевету поддерживал. Земля, Петр Григорьевич, на позор себе, на бесславие поселку. Духовное служение, для слова Божия нет уз. Вопрос такой-то, ну, пожалуйста. И вторая страница, но на этом кончается. Мигом все высветилось, на всем сайте. Ну и по форуму это точно так же. Ну а про сайт уже и говорить не надо. Все остальное тут... Говорится, легко найти. Видишь, как он составлен? Для слова Божия нет уз. Вот, очень грамотно составлен. Ну, это делал хороший специалист. Сайт. У него два высших образования по этому делу, и он с красным дипломом. Вот звук и видео. Я сейчас только чуть-чуть покажу. Ты еще не все знаешь. Вот смотри, Библия начитана. Иоанна Златоуста, «Житие 12 книг». Вот я ткнул его. Вот посмотри, разворачивается. Каждая, это по векам, из каждой книги, из каждого дня я выбрал первый век, потом второй. В развернутом виде за 2000 лет никогда не было издано. Почему никто этого не сделал? У меня история церкви вся открыта. Каждая вот эта цифра, это означает 2 часа 5 минут. Файл. Теперь прошел файл, вот он я. А вот этот каталог по житиям святым. Хорошо, смотри, каталог открыть. Мало что, теперь первый век. На каждое число. Какой святой, какой продолжительности звучания, сколько страниц в этой книге. Ты понимаешь? А, это все аудио начитано. Это аудио, ну посмотрели, это каталог. Ну, что понятно, вот это каждая циферка синенькая, которая была? Что она означает? Какого числа, какой святой? И в житиях 14 страниц книги, 34 страницы, Евдокия. И вот смотри, сколько идет. Это все файлы идут. Четвертый век, вот посчитай. Это как ручей четвертый век один. Каждая графа должна быть выведена. Каждый святой показан. Здесь море, и притом... Нигде в мире этого нету. И я думаю, что и вряд ли будет. Здесь жизнь положена. Так что ты, Марк, неплохой дружине пристать можешь. Здесь все тебе. И представь, закончить жизнь в объятиях Христа. Это каково? А то я тебе даю только то, что и Златоуст, и на все. 3467 моих стихотворений здесь. Ты эту цифру не можешь осилить. Это означает Пушкин, Некрасов, Лермонтов, Блок вместе взятые меньшее количество. Так у них этого нету, там о Библии-то ничего нет. Они мне, ну, они, говорится, такие стихи-то, это проповеди в стихах. Но сколько, более 60 на песнопения положено. Как их перепечатают везде, в интернете они рассыпаны. И я отбросил, я ни одного стихотворения не пишу, все, отошел. Я отошел от всего, от проповеди отошел, от издания книг. Раньше я был в Марфлоте, МФ, а сейчас у меня только осталось МФ, молитва и форум. МФ. Понял? Я от всего отказался. 1200 писем в год писал. Сейчас ни одного, ни кто-то за меня напишет. Полностью отошел от эпистолярного наследия в стороне. Так, у меня по 650 страниц, 77 томов, только то, что спрятал от КГБ, осталось. Это все переплетено, я сам переплетчик. Тут такое сокровище, которое вообще невозможно, никто не может поверить, что это сделано одним человеком. Как КГБ московское было, МГБ. Искали несколько отделов в Сибири, а нашли на одного человека. Это не может быть. Это как можно? Ну, помощников было много. Архипелаг ГУЛАГ, Жития святых, Добротолюбие, 5 книг начитаны, Григорий Одиченко, другие материалы. Это все здесь. Фильмы, онлайн, пожалуйста. Ткнул только и пошло.
И притом люди, это другой фильм, другие книги, здесь все наше. Разница-то большая. Если у меня 291 ролик, они все мои, наши, у нас сняты, на крещение. Вот. Если стихотворение, не чьи-то, они мои. Фотографии почти 2500, это наши деревенские. Ваши, да. Вот. Это очень важно, что мы показываем, вот в этом раздрае можно жить, радоваться, благодарить Бога. Будут враги. У вас есть враги? Врагов нет, они есть, но их нет. Почему? А я молюсь за них. Враг тогда, когда я его считаю врагом, а я его не считаю, я его считаю человеком, который страдает из-за меня. Он мне Царство Небесное готовит, и как я могу на него злиться или обижаться? Он богохульствует когда, тогда вопрос другой. Я закрываю, запечатаю, ну, я супермодератор, этот администратор, я могу одним щелчком выхлестнуть его, все материалы сразу исчезнут, его здесь не будет. Ну, программа такая есть. Но я не делаю, только в случае, если нападение на Бога, на Библию и на церковь. А когда меня полощут, я никогда... Это ни на одном форуме не позволят делать. А у меня тут он как хвост и в гриву, как говорят. Там сам ты можешь удалить человека? Но... Сам человек свои может удалить. Больше никто не может удалить. Вот на форуме. На Майле я со своей страницы чьи-то высказывания могу удалить. На своей странице своей, чьи-то, да. А на чужой странице не можешь. Да, на чужой нет. Вот это правильно. А на форуме никто не может удалить. Ну, да. Я никому это право, только составитель. Нет, ну, только это... главный. Я, ну, вот оно, видите. Должен. Тут написано, ну, кто-то должен тут? Супер, супер главный. Вот у меня здесь помещено 3427 материалов. Сколько я вложил сюда? А теперь, вот, мы, вот в любом месте, где ты идешь, вот дошел ты, на каждом моем выступлении здесь, вот она здесь, гляди, я ткнул его, здесь, где я? Я уже на форуме. На форум зашел, на сайте, вот, православный, библейский, дошел, вот, православный форум, я ткнул в него, теперь я на форуме. Вот здесь. Удобно? Да. Так, поблагодарим Бога. Да. Можно выключить. Господи Иисусе, все сыны Божии помилуй. Нет. Володя, выключи там, может. Увлечай, Мах. Увлечай. Мы поблагодарим Бога. Нам так хорошо было. Отец наш Небесный, великая тебе благодарность за любовь и милость, которую ты нам оказал. Хвала тебе за эту встречу. Слава тебе. Благослови путь Марка. Устрой все по воле твоей, чтобы не наше человеческое, но твое было. Чтобы воля Твоя познана была нами и исполнена. Иисусе сладчайший, доведи нас всех до желаемой пристани, до Царствия Твоего. Исполни нас благодатью Духа Твоего Святого. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я Тебе хотел дать визиточек. Вот смотри. Вот я тебе сейчас дам. Опа. Не на один день. Это только для начальствующих. Угу. Здесь сайт, а вот наши занятия идут. Это мы все платили, но мы знаем, что это все оправдывается. А вот это, если ты встретишься с братьями своими, положи в карман. Братьям своим дашь. Ну, такие не стыдно дать любому. Потому что все остальное не имеет смысла, если мы не спасемся. А здесь главный человек пришел, он у меня находится на самом-самом сокровенном месте. И сайт, и форумы. Вот вчера один мужчина мне звонит и говорит, а вы с севера знаете, а я сидел в одиночной камере, директор. Он во главе шел. Да, я знаю, я у его жены на квартире. О, и вчера его внук мне позвонил, вчера нашел меня. Я говорю, у тебя есть? Я говорю, сейчас на Mail.ru-то. Да это можно сделать. И я ему мигом выбрал по поисковику, как мы сидели, как беседовали, что. Он там благодарит, не знаю как. Больше нигде в интернете он ничего не нашел. Это Бог так делает. Нина Ивановна, вот. Я у нее жал. Как говоришь? Нина Ивановна. Да, жена Нина Ивановна, да. Мы у нее были,
записали на магнитофон. А в столярке у директора, у которого работал, я ему звонил каждый раз на Новый год, на Пасху. Он умер как-то. Да, он умер. Я с ним, и вот буквально потом что-то как-то я вот от Вани звонил, и потом звоню.